Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Ой, что-то у меня здесь. В общем, пришел мне заказик с Валдбереса. Кто был у меня на прямом эфире, тот знает, что это. Такой гаджет, смотрите, он такой, казался там на картинке большой, а он, смотрите, меньше, чем ладонь. Видите? Так, и, ну, вы поняли, да, это яйца-открывалка. Сейчас мы посмотрим, что это дальше. Ну, вот состоит оно так вот, и она так, бум! Сейчас посмотрим, откроет или нет. Мне это надо, конечно, потому что я яйца так сверху открываю, чтобы потом или рассаду садить, или там поделку какую-то делать. Ну, в общем, для всякой всячины. Хороший гаджет, если он будет работать. Потому что все, кто покупали, такие они говорят, нужно приловчиться. Приловчиться. Правильно держать нужно. Вот сюда, чтобы палец не заходил. Держите углом. И вот так, бум, сильно. Сейчас попробуем, получится или нет. Так, ну вы кладете на такую подставочку, якобы, и, не знаю, бу-бух, раз, ой, он треснул. А! О, смотрите, ну да, получается, о, надо быстро, сейчас. Кружечку, то я буду блины делать. Вот. Все. И вот такой. Сюда можно садить что-нибудь. И будет вам счастье. Так что. Ну, работает. Надо, я вообще так сильно, а надо, наверное, не сильно. Сейчас еще одно попробуем. Яйца обязательно мойте. Обязательно. Прям вообще. Так. Давайте вот это сюда уберем. Вот так. Вот так. Раз. Раз. Два. Раз. Ну да, можно и помаленьку, не надо сильно. Вот, и открывайте. О, и все. И вот такая у вас получается. Так что. И садите. Я, если я еще не смонтирую, я покажу, которая на даче повезла. Там целый лоток, 30 штук. Я их так сверху и расколупывала это. А это теперь уже вот прям с крышечкой, можно сказать. Так что ничего, нормально. Так что, мои дорогие, имейте в виду, что есть такой гаджет. Ну, кто-то подумает, что игрушечка. Но я хочу сказать, если кто-то любит яйца всмятку или такие, которые вот поесть ложечкой, то эта вещь незаменимая. Так что смотрите сами, решайте сами. Можете заказать на Алиэкспрессе, можете заказать на Валбересе, можете в Озоне. Смотрите только цены. Так что, мои дорогие, я есть в Озоне. Ой, в Озоне. Ну, значит, не все потеряно, может, и буду в Озоне. Я есть на Яндекс.Дзене, я есть в Телеграме, ссылочки будут все внизу. Так что заходите, welcome, добро пожаловать. Всем пока-пока!